Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Вы на канале «На кухне Любани», а значит, у нас в Коле в гостях. Сегодня у меня очень интересные салаты, весенние, к праздничному столу, к 8 марта. Но для начала я, как всегда, спрошу. Коля, ты с нами? Да, Любаня, всегда с вами. Только у нас на вопрос, чем занимаешься, можно услышать ответ. Да ничем, работаю. Точно. Я хотела сказать, что ты бы мог и сам эти салаты нашатковать, как ты говоришь. Но я знаю, что ты нарежешь очень крупно, потому я решила, я лучше это сделаю сама. Хорошо. Что значит крупно? На 4 части и в тарелку. Дорогие наши, праздники 8 марта. Кто отмечает, кто не отмечает, это уже, как говорится, наши проблемы. У каждого своя проблема. Потому весенние салаты легкие, вкусные, доступные и быстрые. Ну что ж, приступим. Первый салат, значит, редис 200 грамм, огурца также 200 грамм, нарезан, видите, вот кубиком таким вот. Ну, вы нарезаете так, как вам нравится, но желательно не сильно крупно. Два яйца, 2-3, ну, так как яйца сегодня у нас дороговатые, потому и 2 будет достаточно. Выбирайте сами, пропорцию всего выбирайте сами. Обязательно зелень, это лук зеленый, укроп, петрушечка. Отправляю в эту вот мисочку все. Сейчас. Итак, смотрите, перемешала. Ароматик обалденный. Уже видите, такой вкус сразу хочется попробовать. Солим и заправляем сметаной. Но я пока не солить, не заправлять сметаной не буду, потому как я поставлю, пусть немножечко постоит, я подам к столу позже и вам советую. Нарезали и в холодильничек. А уже когда будете подавать, соответственно, посолим, поперчим и заправим сметанкой. Потому ждем, я быстренько выложу и будем к другому приступать. Итак, дорогие мои, следующий салат тоже весенний, простой, легкий, ароматненький. Что здесь? Кукуруза консервированная. Вот такая вот баночка, смотрите, вот она. Маленькая, сколько здесь грамм? Там 180 грамм, по-моему. Ну, а там будете смотреть сами. Один огурчик, опять редисочки, грамм 200, салатик. И обязательно лук зеленый, зелени побольше, дорогие мои. Все это отправляем в мисочку. Сейчас слегка это все перемешаем. Тут немножечко болгарского перца. Это так, для украшения. Это есть, значит положите. Нет, значит нет. Ну и для аромата, конечно. Солим, перчим, дорогие мои. И заправим это все, сейчас вам скажу, растительным маслом. Но это по желанию. Я вам скажу, что тоже вкусно будет растительным маслом. Вот. Но я заправлять не буду, так как, опять же, буду солить и перчить немножечко позже. Сейчас выложу в другую салатницу, а вы, как всегда, ждем. Хорошо? Итак, дорогие мои, третий салат. Вы видите, я взяла такую большую мисочку. Это любимый салат в моей семье. Дети очень любят. Куриная грудка копченая, грамм 200-300. Будете смотреть сами. Помидорчик черри 100-150 грамм. Можно коктейльный взять. Коктейльный и черри, они такие сладенькие, вкусные. Огурец. Большой огурец или 2 маленьких. Тоже будете смотреть. Вот пропорция, допустим, к мясу. Пекинская капуста. Зеленый лук. Тоже так 3-4 веточки. Обязательно кукуруза. Кукуруза маленькая баночка. Консервированная. Сок слила. Сейчас все соединю. Вот как прекрасно. Смотрите. Ой, прелесть. Здесь, конечно, лидирует в этом салате, как для моей семьи. Это пекинка и копченая курица. А все остальное так себе. Как сказать, по этому, по желанию. Иностранец спрашивает, говорит, какие-то у вас интересные помидоры, черри очень горькие в вашей стране. Это не помидоры, это редиска. О боже, дорогие мои, значит, смотрите, это наверняка вы все знаете, солим. Кто желает, можете поперчить. Ой, боже, сразу слюнки берут. И заправляем это майонезом. Можно майонез сметанный. Ну, майонезом вкуснее. Не жалейте помидорчика. Ну, вот такой вот салатик. Сейчас выложу, опять же, в салатничку. И приступим к последнему, четвертому. Потому ждем. Итак, дорогие наши, четвертый салат. Тоже обязательно зелень. Весна, дорогие мои. Один огурчик средний. Тоже вот такими, знаете, ну, кусочками не сильно крупными, короче. Это болгарский перчик у меня лежит. Вот вы уже заметили, да? Побольше зелени. Ну, я вам напишу там в этом, в рецепте. 2-3 веточки, можно 4 лука. Ну, не веточки, а стебля. А укропчика тоже пару таких, знаете, веточек. Вот нарезали. Это же весна, потому ароматы все. Яйцо, 2 яйца.
И здесь у меня тунец. Хочу заметить, дорогие мои, если вы не любите или не уважаете тунец, то это не ваш салат. Потому что вы потом не жаловались, что не понравилось. Если вы нормально относитесь к тунцу, то это очень вкусно, поверьте мне. Значит, тунец в собственном соку. Смотрите, есть в масле, но лучше взять в собственном соку. Он более, знаете, такой насыщенный и, ну, более вкуснее для салата. Еще хочу такое вам сказать, что вы когда покупаете в магазине тунец, вы не стесняйтесь, знаете, так вокруг посмотрели, и вот к уху, и вот так вот. Потрясите. Если булькает сильно, то там тунца очень мало. Поняли? Ну, только ж никому. Хорошо? Это такое, знаете, это так меня научили. Я так тоже бывает пробую, когда покупаю, и вам советую. Значит, сейчас я это все пересыплю, переложу в тарелочку, посолю, заправлю майонезиком и обязательно попробую. Потому ждем, я это сделаю очень быстро. Итак, дорогие наши, все сделала. Попробовала, все вкусно. Значит, самое главное сделала. Да, да, вот этот вот салат. Это который с тунцом. Заправила майонезом. Можно сметаной с майонезом. Можно, тут выбирайте сами. Можете просто заправить одной сметанкой. Потом еще горчички добавить. Дорогие мои, заправка это уже на ваш вкус. Хочу вам сказать, что вот эти салаты. Четыре салата на праздничный стол. Разные концы угла, как говорится, стола. Я приготовила за 40 минут, с учетом, что я варила еще яйца, сюда же входит 10 минут. Быстро нарезала, оно, ну, во-первых, немного, во-вторых, быстро. И у вас не останутся ни в кастрюлях, то есть в мисках, как раньше, знаете, винегрет мы делали или оливье. Ну, весна, хочется чего-то легкого и вкусного. Если бы резал Коля мой, он бы нарезал это все, как он говорит, я бы нашатковал за 15 минут. Да. Не повторяйся. Но кусками. Да, я нашей. Пробую. Этот салат... Пробую вилкой прям с тарелки. Дорогие мои, Коля, ты разрешаешь? Обязательно. Потому что этот салат люблю только я. Вот потому я себе позволяю. Я знаю, что сейчас, секунду, что мне сказать, Люба, что ты делаешь так некрасиво. Я буду кушать его сама, потому я сама себе разрешаю. Может, слушайте. Коля, давай анекдот. Даю. Кулинария. Продавщица обращается к заведующей и говорит, Мария Ивановна, салат греческий просрочен. Что делать? Что делать? Напиши древнегреческий. Ох, это Мария Ивановна. Ох, и салат. Ну, коль ты продолжаешь, тогда я еще... Давай, Коля, жги. Нет, я хочу обратиться к зрителям, которые досмотрели до этого места, и как бы упомянуть такую вещь. Ингредиентов много, Любаня могла не про все сказать, количество там граммов кое-то. Поэтому под каждым нашим роликом, после названия и слова «еще», нажимайте на него и опускайтесь вниз. Там всегда есть, под каждым нашим роликом, есть рецепт с точной граммовкой всех ингредиентов. Поэтому заходите, мы вас ждем. Не забывайте, дорогие мои, мы же пишем специально для вас все. Но вообще... Салаты. Я всегда говорю, вот такие салаты, они делаются на глаз. Вот того добавили, того убавили на ваш выбор. Дорогие мои, салат очень вкусный. Советую попробовать, кто не пробовал. Ну что ж, заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк, если не жалко, пишите комментарии. А самое главное, дорогие наши, будьте все здоровы, будьте счастливы, мирного неба и вам, и нам, и всему миру. Мы вас всех обнимаем и всегда ждем. До свидания!